Всем большой привет из Прованса. В Провансе сменилась погода. Сегодня 19 градусов. С утра шел небольшой дождик. И так стало прям свежо-свежо. И мы сразу же направились с Александром погулять. Решили немного пройтись, съездить в какую-нибудь ближайшую деревню. Поэтому сейчас, наверное, доедем до Мирамаса и там погуляем. Мы доехали до Мирамас-Лювье. Смотрите, тут на стенах написали: «Сиеста обязательно летом. Улыбнитесь, вас снимают. Мороженое это вкусно, но тишина еще лучше. Это для туристов. Пожалуйста, не дергайте растения. Сын мами, китерапаль. Деревня не мусорка. Это для, так как эта деревня очень туристическая. Ага. Мусорка. Мусорка – это экземпляр. Мусорка – это пубель. Ой, мусорка. Он говорит, мусорка – это по-русски. Пубель по-французски, но мусорка. А мусака по-гречески это блюдо. Я буду так запоминать. И самое главное не перепутать. Мы уже вам несколько раз, много раз я показывала эту деревню. Но мы всегда сюда приезжали, тут было солнечно. Очень солнечно. А теперь вот и все равно есть туристы. Вон люди сегодня вышли погулять, как и мы. Погулять чуть-чуть. Мимо Мирамас-Лювье. А, я знаю, что моя подписчица живет где-то в Мирамасе. Передаю ей огромный привет. Машины припаркованы все. Не в гаражах у французов. Ой. Здесь вон высажена клубника. А это лянсена? Это ефенет. Дуко. Ефенет француз. Ага, он говорит, жалко, что старые окна, вон там вон. Новое окно и старое, и старые переделали. А, вот такое окно. И там его заделали и сделали обыкновенное окно. И Алекс всегда говорит, ну зачем, зачем? Старинные же, они же красивее, 17 век. Нужно сохранять все. Требо, требо, требо. А, но это стиль провинса, да? Это стиль провинса? 17 века стиль. Провинса. Провинса. Он говорит, раньше все деревни были вот с такими окнами в Провансе. Уля, ты овес от фля? Это что за цветок такой? Красиво. Ксиком гладиоль? Жон? Смотрите, как жёл гладиолус, но это не гладиолус. Или ирис? Нет, на ирис похоже. Какой он огромный. А, мы Илья. Смотри. Илья ли панкарт? Сасапель? Кан? Канари? Ругарт, Илья ли пти панкарт? И там, наверное, канари. А, это канао, канари? Канао, канари. Канари, это кура. Красиво. Смотрите, какие цветы там же. Красивые. Покажу вам. Что цветет, растет в Провансе. А вот такие колокольчики у нас были в Сибири. Синие, красные, розовые, белые. Ну ладно, мы дальше подниматься к замку. Уля, сколько там народу. А с инфами. Французы прогуливаются.
А там маски нужны. Будем маски одевать. Эйфоля маски же панс. Детки фотографируют. Сейчас их пропустим. Маски? А здесь они, наверное, приезжали, мороженое есть. Давай трэдан гляси. Кайляж, Шерри. Говорит, наверное, больше 200 лет. Смотрите, какой. Он говорит, это, наверное, самое старое дерево в Провансе. Говорит, никогда не видел в Провансе более старого. Наверное, где-нибудь есть табличка. Можно будет посмотреть, сколько ему лет. А что то есть он увер? Да? Ой. Рогард. Прошлый раз было закрыто. Все на реставрацию. Ну, то есть развай. А, ой, Рогард, все увер. Гей Соломон. И все, что осталось от шато Мирамас. Comment s'appelle ce château? Château du Vieux Miramas. А? Château du Vieux Miramas. Château du Vieux Miramas. Замок старый Мирамас. Сейчас Александр узнает. Сейчас историю все узнает. По QR-коду. QR-код на французском. Это пить под Соломон. А там это не история, там вопросы задают. У него. Еще до сих пор туристы. Мороженое едят. А, ну да, 16:00. Гуте. Перекус. Все трое звездами же пенсы. Ки. Али французы. Он говорит, да, французы. Как без перекуса? Вы говорите только... Кто-то мне написал во Франции. Только дети перекусывают в 4 часа. Ну, я не скажу. Французы многие любят полакомиться в 4 часа. Очень многие. Но они один раз только. Весь день потом не перекусывают. А есть семьи, кто вообще не перекусывает. Только вот завтрак, обед, ужин. C'est pas raisonnable. Comment? Alors, c'est Monsieur Nani. Attends. Je vais me joindre concernant un dernier sujet. Merci.
раньше здесь в нескольких домах постоянно. А, вот здесь офис. Выставки были. Аванс тель экспозиция, ментенайня. Акос де ковид. Сейчас нету. Ой, в доме так красиво, в доме. А, в ресторан. Это ресторан. А? Ah, ils ont changé les... la peinture. Ouais, c'est un temple, ah. Oui, ça. Ouais. J'ai l'impression que ça continue. Ouais. C'est de l'orientation. Ah, peut-être. Ouais, mais ça, c'est... ouais, celle-ci, oui. Et d'autres, ils ont changé. Вспомнили les деревни. Вот по этим картинам все вспоминают. Мирамас. Очень туристическая деревня, но сегодня последний выходной. Сегодня какое у нас число? 29-е, да? Сегодня на фюжок, да? Все, уже французы сегодня все на дорогах. Поехали домой. Детки-то второго, первого, второго, кто первого, кто второго сентября. В школу. Влад второго. Давай. И порт Сен-Шама. C'est calme, hein? Ouais. Ça fait du bien, hein? Ah, ouais. Отсюда окошко видно хорошо. Старинное. Сегодня первый день, все одели джинсы. Вчера еще было 35 градусов. И сегодня резко упало до 20. Даже 19. Но гулять хорошо. Ой. Смотрите, как сделали ящички. Для цветов просто сколотили. Ругерт Камальдов. Да, сегодня. Инжир. Дерево инжира. Ага, а все, фиги он. Фиги. Фиги. Фиги, это инжир по-французски. Они все вон на земле валяются. Все. Что даже ни одной фиги нету, ни одного инжира нет. А вы любите фиги? Так смеялись, когда первый раз я назвала. Кто не знал, для вас смешное слово. Фиги. Tu sais que c'est en russe? Non. Фиги. Où ça? Le nez? C'est quoi? Non, quand tu dis rien. Hein? Comme ça. Quand tu montes, tu dis rien. Ah. Je te donne rien. Фиги. Ah, фиг, Ой, только Александр говорит, каждый раз, когда мы приходим в эту деревню, приезжаем, все время этот дом закрыт. Наверное, просто кто-то купил дом и редко приезжают. Деревня Мирамас.